Всем подписчикам привет! Приехали на монтаж, будем собирать сегодня теплицу павильон 3х6 с коньковыми фрамугами, с автоматами. Пока приехали, разгрузились, приступаем к монтажу. Сейчас теплицу мы поставили, закрепили к основанию, все выровняли, установили поликарбонат на стены. Сейчас будем делать переливы и начнем крыть крышу. У нас монтаж, напоминаю, строили сегодня теплицу павильон 3х6. Идем смотреть. Дверь с форточкой с одной стороны у нас, торцевая форточка с другой. Имеется система подвязки, три нитки. Сам каркас сделан с профильной трубы 20 на 40 арки. Арки в виде ферм, столбы 40 на 40. Покраска полимера порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на брусе, брус тон на 100, обработан антисептиком. Закреплен к земле с помощью якорей. Также у нас есть коньковые фрамуги на термоприводах. И форточка торцевая тоже оснащена термоприводом. Поликарбонат у нас 4 мм. Плотность 0,75. Сейчас вот так вот по солнышку поснимать. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая отличная, очень прочная, надежная теплица. А главное, она очень объемная. Теплица павильон имеет высоту в коньке 2 метра, примерно 40 сантиметров. Вот такой отличный павильон у нас получился. А у меня на этом все. Задавайте вопросы, ставьте пальцы вверх. Всем пока.